В Якутске чествовали сотрудников органов внутренних дел республики. Праздничное мероприятие прошло в Доме дружбы народов, где лучшим работникам и ветеранам вручили юбилейные знаки, грамоты и благодарственные письма главы республики. Свой профессиональный праздник сотрудники УВД встречают с хорошими результатами. Четвертый год подряд Якутия удерживает наиболее низкий уровень преступности среди субъектов Дальнего Востока. На территории республики совершается на порядок меньше тяжких и особо тяжких преступлений. Уважаемые коллеги, сегодня общество предъявляет сотрудникам полиции высокие требования. От нашей с вами работы зависит, насколько каждый житель республики будет уверен в своей безопасности и, соответственно, способности государства защитить его интересы. Вот почему такая мера лишь на ответственности каждого из нас. Я просто сегодня хочу, чтобы ваш труд был еще более результативным, чтобы люди вам больше еще доверяли, и, соответственно, чтобы мы всегда, как и раньше, смотрели на милицию с большой верой, надеждой. Особо все удостоились почетного звания и знака отличия «Гражданская доблесть», среди которых участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, почетный гражданин Якутска Дмитрий Алексеев. Он проработал в службе ГАИ более 30 лет. Дмитрий Николаевич патрулировал самый оживленный участок города, проспект Ленина. В этом году ему исполнилось 90 лет.